Продолжим выпуск. Жизнь на оккупированных территориях. Не утихают обстрелы в Донецке. До Луганска доносится эхо войны, эхо взрывов из предместий. Вот что нам рассказали жители городов по телефону сегодня. Среди населения распространяются слухи о том, что вооруженные силы Украины начали атаку и вошли в Ясиноватую. Насколько это подтверждается реальным положением дела, не знаю, но такие слухи ходят вроде бы о том, что планируется наступление по всем фронтам, и вот в Ясиноватую уже вошли украинские военные. По всему городу слышна работа тяжелой артиллерии, причем всех видов тяжелой артиллерии, которая работает непрерывно с 7 часов утра и не прекращается вот до сих пор. Дрожат стекла, звенит посуда. В общем, малоприятные ощущения. Все время идет война, люди ждут мира каждый день. Почти нет надежды, что это изменится к лучшему, понимаете? Со стороны Алчевской, допустим, ну, слышны взрывы. А со стороны Счастья слышны взрывы, ну, то есть по кругу. По кругу города, то есть как бы люди беспокоены тем заявлением Ясника по поводу того, что, ну, спонсирование этих... Ну, пенсионеров, там, матери-одиночек и всего остального. Ну, то есть обрезается финансирование. Люди работают почти за бесплатно, то есть за бакии.